Всем привет! Меня зовут Анна Новикова, и сегодня я хочу рассказать вам о взаимосвязи генов и здоровья. Знаете, я не раз слышала от людей с хроническими заболеваниями, что в их болезни виновата экология, генетика, врачи или даже Бог наказал их за их грехи. Виноват кто угодно, но не они. Они не хотели брать на себя ответственность за свое здоровье, будто все уже предопределено и не зависит от них. Самое распространенное – это когда человек говорит, что гены виноваты. Например, человек говорит: «Я болею, потому что у меня плохая наследственность. Эта болезнь была у моей бабушки, вот и я болею». Но этот человек не задумывается, а так ли все происходит на самом деле. Давайте разбираться. Посмотрите на однояйцевых близнецов. Они начинают свою жизнь как одна оплодотворенная яйцеклетка, которая затем делится на две, с одинаковыми генами в каждой яйцеклетке. Если бы экспрессия нашего генетического кода была бы фиксированной, то однояйцевые близнецы должны были оставаться идентичными на протяжении всей жизни, развиваться аналогичным образом и иметь те же проблемы со здоровьем. Но все происходит совсем не так. С возрастом ДНК однояйцевых близнецов становится все более непохожей. Различия еще более заметны, когда однояйцевые близнецы воспитываются в совершенно разных условиях. К тому же исследования показывают, что иммигранты подвергаются риску заболеваний той страны, в которую приехали, хотя их гены не изменились. Здоровье и болезнь начинаются с соответствующих генов, и вы не можете их изменить, но вы можете контролировать экспрессию гена. Каким образом? С помощью правильного питания. Правильное питание усиливает хорошие гены и блокирует экспрессию плохих генов. В то время как вредная пища, такая как животные продукты и пищевые жиры, может запустить ваши плохие гены. Конечно, питание — это не панацея, но это основной фактор экспрессии генов. Если у вас, у мамы было больное сердце, это не значит, что и у вас будет так же. Плохие гены не равно болезнь. В хотеть и не хотеть заключается все. Если вы захотите, вы сможете все изменить с помощью правильного питания. Вы не должны страдать. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду рада, если вы поддержите меня подпиской, лайком, комментарием. Также вы можете заказать у меня консультацию. Все ссылки я оставлю в описании. Всем пока и будьте здоровы!